как ты спалываешь, а? Видишь, ю. Как спалываешь, Демирец? А? Так леп. Здравствуйте. А вот на русском, значит, здравствуйте. А я? Где зубы? Болел зубы? А? Добрый, добрый. Добрый зубы. Требаш мені звати три предні гама. Є по сонце, га? Види, єсь вруч. Єсь вруч. Єсь вруч. А то я на вама. Тут вама. Тебя держит, да, держит. Тебя держит. Ты, тетюндра, боже, 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 какая грязнуля. Кто грязнуля? Иди сюда. Упад, я. Иди сюда. Ай, ты моя красивая, иди сюда. Иди, иди сюда. Ты моя такое чудо, чудо, чудо. Сюда, сюда, сюда. Да, да, да. Только не урони Яну, а то Яна упадет и все. Дай лапку. Ну дай лапку. Ну дай. Да, 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 да. Вот так. Да, вот так. Хочу кусаться. Хочу кусаться. Хочу кусаться, да? Ты, красотуля. Дочь вам. Ах ты! Ах ты! Вот так, вот так, вот так. Да тихо. Кто кусает Яну? Кто кусает Яну? Эй! А? Не! Нельзя! Нельзя, нельзя, нельзя. На солнышке, тепленько, тепленько, да? А зубки белые-белые, красивые-красивые зубки. Ой, нельзя. Вот так вот. Мишка. Мишка такой. Мишка-мишка такой. Массажик животика. Массажик животика. Вот так вот, вот так вот, вот так вот. Покушала. Наша красота. Да, мне самые зубы, мне, майка моя. Смотри, какие белые, красивые, а? Че это такая лапа красивая? Лапка наша. Там кожа, готочечки. Ух. Ух, мощные лапки. Ну, дай посмотреть переднюю лапку. Ой, какие красивые лапки. Добрый, добрый. Такая еще маленькая. Люди мои, значит, пас никогда не выше веза. Послушали мы ваши комментарии, он увек пуштен. Спава ту, код нас, одма, на улазу, предулазу. Еде сваки дан, нормально, више пута. Пие воду, млеко. Tako da, evo vidite i sami, znači hoće da se igra, ima svoju slobodu i što mi se sviđa kad neko dolazi iz strani, onda ima krupan glas kad laji. To mi se sviđa. Naš krasavčik. Doći. А он балдеет. Ай, грязнулька. Ай, грязнулька. Ой, потеплеет, будешь купаться. Ой, нема, потеплеет, будешь. Ты эти месяцы не могу, так. А кухня на раз. Ты что, я млека попью и... А косточки, как он грызет, а? Зубками своими красивыми. Вот так вот. Вон, смотри, какая лапка. А? Ух!
Ты, охрана наша. Наша охрана. Гавкает она. Всегда гавкает. Только кто-то где-то пройдет, сразу гав, гав, гав. Да? Красавчик наш. Так хочу. Так вот хочу, хочу, хочу. Нельзя, нельзя. Это ты что? Он маленький еще, он играться хочет. Еще маленький. Хочу играться, хочу, хочу, хочу играться. Да. Вот так вот. Вот так вот я лежу красиво, отдыхаю, тепленько. Солнышко. Смотри, какая красота. Ее дядя Моська, дядя Носик. Чей это носик такой? Носик, носик. А вон, смотри, какие. Все. А, смотри. Белые, красивые. Но будет злой. Да-да. Я тебе хочу сказать. Небо черное. Дай. Так. Вот так. Дай. Бегаю, где хочу. Гуляю, как хочу. Да? А? Ты? Домой приходит, гуляет, гуляет, домой приходит, так, гав, кушать, значит, хочет. Значит, кушать хочет, да? Ты? Evo nas ljudi, znači, izašli smo opet vani da bi nešto očistili, uradili. Ono što hoću da vam pokažem, jučer kad sam zapalio, možete vidjeti ovdje. Znači, do tu je došlo, nije dalje išlo. Vamo isto. Ovo je sve buknulo, u pa nekoj minuti sve izgorilo. Znači, bilo je puno suhe trave. Sad zamislite kad ispod krene ova zelena, mada ću ja ući, ovo sve trnje što bude trnje, sve sasjeću do zemlje da ih korijenim. To tamo je neko drugi palio, tako da tamo nisam ja. I eno ovdje gore, dotu sam ja pustio svoju vatru i ugasio sam. A ovdje hoću, kad mi traktor isprježi ovdje, da bude plastenik. Znači tu bude plastenik. Ovaj recimo ovdje dio, ovako, tu će mi biti jagode, a vamo će Jana i Fatima odlučiti šta one hoće. Znači ima, normalno čistimo još ovo željezo što ima viška, to ćemo odnijeti, dat onima što dolaze za željezo. Ove gume ćemo iskoristiti odavdje, na svaki metar ćemo staviti gume i u svaku tu gumu po jedno različito cvijeće. Tako da će to biti sve odlično. Sad za sad je, hvala Bogu, sve dobro. Evo nam, znači toplo je, već je dobar plus. Tako da sad se mi odjavljujemo, idemo za poslom, pa se čujemo opet u drugim videima. Čuvaj se i budite pozdravljeni. Evo, stavim jednu kašku soli. Vegeta. Isto. Bijeli luk. Crveni. Meso. Mrkva. Danas pravimo grah. Stavili smo bijeli luk, crveni, meso i mrkvu, vegetu i sol. I evo, ostalo nam još grah. Stavimo. On će biti neki 2 sata gotov, a do tada ćemo mi hljeb napraviti i staviti da naduđi, jer trebamo da naduđi da bi ga mogli ispeći. Sad ćemo poklopiti da bi se mogli kuhati. I to je to.
ga kasnije provjerovati da ne bi savriju, da zagori i moramo da naljevati vodi postepeno. I to je to. Сейчас мы будем для моей любимой семьи вот, готовить их любимый пирог, зебру. Да, вы писали, что только зебра и зебра. Знаю я очень много, как надо делать любые тортики, но моя семья очень сильно любит эту зебру, особенно детки. Ну и Эльме, он без него жить не может. Так что мы сегодня сделаем большую, вот такую вот, большую тексию, большую-большую. Ну, я думаю, что до утра, может быть, хватит. Так что, что мы делаем? Мы делаем двойную, значит, порцию. Мы берем аж 5 яиц. Вот. Сейчас мы это все смешаем. А смотрите, какие яйца красивые, а? Ах, какой желток. Ой, что-то мы давно не ели яичницу. Фатима, ты не скажешь, а? Угу. Надо будет. Вот. Так, сколько там? Я не помню просто-напросто на память. Все, надо это вот. Сахар. Где наш сахар? Угу. Насыпаем. Таких надо 2 стакана, 2 чаши, да, получается. Там мы все. Второй стакан я так сыпать не буду, буду по-другому. Все засыпали. Второй стакан я беру так вот. О, и второй. Видели? Теперь что мы делаем? Включаем миксер. Для начала палаку, чтобы все у нас сейчас не полетело на потолок. Больше. И взбиваем до белой, красивой пены. Вау! Скорость, да? Пошла. Это мы сбиваем, сбиваем. Видите, да? Как красиво у нас все получилось. Оставляем мы пока мисс-миксер. И что мы дальше делаем? Сейчас мы посмотрим. Так, мы добавляем молоко. Значит, так как у нас идет двойная порция. Где наше молоко? Вот оно. Значит, два, ну, где-то полный хорошо стакан молока. Налили мы его. Фатима, скажи, как будет вкусно? Это вообще бомба. Потом, ну что же у меня так это вот все выключается? Растительное масло. Растительное масло нам где-то нужно налить. Ну,
Сейчас я вам покажу, я не знаю, как вам это объяснить. Но если вы делаете один, то где-то 80 грамм. А где-то, если вы делаете двойной, ну, где-то 180, ну, как-то вот так. Вот этого растительного масла будет достаточно. И мы должны это все аккуратненько, на маленькой скорости перемешать, чтобы оно все принялось, именно вот масло, молоко, сахар, яйца, все, чтобы принялось и было. Вот так вот. Так, теперь мы добавляем, что у нас? Мука. Ну, как вам сказать? Где-то таких, ну, давайте положим 2 стакана. А потом мы будем смотреть по... Как оно себя будет чувствовать, это все. Так вот. Ма, чуть не забыла, ребята. Никогда не забывайте разрыхлитель. Потому что тогда оно у вас не подымется. На двойную порцию ложите их 2. Сейчас увидите, какое будет красивое тесто. Чтобы у вас сейчас все это не взлетело, немножко миксером опустите. И полаку, полаку. Вы даже почувствуете, какое оно нежное, какое оно мягкое. Что мы видим? Видите, у нас тесто течет. Вот. Значит, нам надо добавить муки. Вы когда будете готовить, вот, радить или как это, ну, короче, готовить, вы это все почувствуете сами. Вот так вот. И продолжаем. Вот вы сейчас почувствуете, даже увидите по видео, как оно становится густое, красивое. Вот так вот. Все, считайте, у нас тесто готово. Смотрите, какое оно. Теперь что мы делаем? Нам нужно разделить это все пополам.
Так вот. В одну часть мы добавляем 2 ложки муки. Это обязательно. А во вторую часть мы добавляем какао. Тоже 2 ложки. И все это хорошо перемешиваем. Уже без миксера. Вот так вот должно быть. Это одна часть. Теперь вторую. Ой, какая красота. Я уже хочу сладкого. Сейчас умру. Хочу калач. Вот. Так, это нам лишнее нам не надо. Вода у нас, видите, кипит. А без воды нельзя, чтобы молоко не свернулось. Наливаем молока. Так как у нас будет калач большой, молока вот так вот. Теперь мы добавляем 1, 2, 3 ложки сахара. И добавляем какао. Какао я не жалею. Знаете почему? Потому что я люблю, когда оно такое становится... Черное, шоколадное такое, оно такое становится густое, красивое. Так что, ну, кто как любит. 1 и 2. Смотрю. Чуть-чуть еще добавлю. Ну, так мы все такие женщины вредненькие. Нам что-то не хватает постоянно. И потом начинаем это все размешивать, чтобы не было комочков. Как по-вашему, не знаю. Маленьких-маленьких таких. И вот оно в молоке. Все это. Смотрите, какое оно превращается в шоколадное. Сейчас оно еще такое все, а потом оно будет густое. Тут у нас горох варится, ням-ням будет, а тут рядышком, вот посмотрите, видите, какое оно? Вот это хорошенечко, хорошенечко надо помешать, чтобы оно, и потом довести его до густоты, чтобы тянулось прямо, вот тянулось вот так. Оно сейчас будет кипеть, делать буль-буль-буль. О! Сейчас оно будет. И тоже мешать все время, чтобы не пригорало, ни в коем случае, чтобы не пахло горелым шоколадом. Испачкала немножко кастрюльку. Надо протереть, чтобы шоколад не застыл. Вот, видите, оно начинает вот бурлить. Вот оно сейчас будет подниматься, подниматься.
Такая красота у нас получается. А дети больше всего любят, верх съедят. А потом начинают и кушать калач. Они шоколад хомячат просто. Видите, есть комочки, значит, надо еще мешать. Каждый комочек. Вот у нас уже готов. Шоколад у нас тоже, видите, готов. Я смотрю, Эльме, Фатима смотрят, уже бы съели бы, и даже не это вот. Эльме. И не спросили бы. Эльме, то попробуй. И я. Тут одна может есть, да? Ну дай ему чуть-чуть остыть, он только с духовки, с этой, с печи. А Рики, я весь камеру. А Рики, он через камеру, уже его съел 3 раза. Боже, какая мням-ням. Люди, мои баку, слушайте, сад. Я, Фатима, я нас odlučili da krenemo i da čitamo vaša pitanja i da odgovaramo na njih. Tako da smo mi za danas pripremili neka pitanja. Sad ću ja čitat ko je napisao i šta je napisao. Mi ćemo se potruditi da to sve mognemo odgovoriti. Jel?
Prvo pitanje, što se meni dopalo, ja ga pinovo, znači Arnel Donja Karić, Dušica bomba. Dušica je atomska bomba. Je li tako? Kako vama Dušica izgleda? Lijepa i prijatna. Nećemo je dovoditi, ja znam ako je dovedem, ja idem avlija. Nećemo. Drugo pitanje ide user mu5ir8tm6v. Prebrzo voziš, pazi da ne izleti čija životinja ili ne daj Bože dijete, lakše moraš voziti. Druže, ja ovdje vozim već pa nekih 10 godina u ovom selu. To nije uživo i na kameri isto, vjeruj mi. Obično gledam gdje imaju kuće, prikući se malo, ali na kameri je drugo, sasvim drugo nešto. Znači nismo brzo vozili, to je malo kamera doradila svoje. Iudex it freak 3342. Pravi javnu kuću, još će i bolesti raznositi. Šta vi kažete na ovo? Bože sačuvaj. Ja ne panjela čičuti. Bože sačuvaj. Čičuti ne panjela. Ja ovdje pravim bordel. Uh ti, ne čuj sebe. Tako čovjek piše. Majstore, vidi jednu stvar. U mene jedna i druga žena su, hvala Bogu, zdrave, zajedno sa njima i ja. Ja sam već prijavljivan da je ovdje javna kuća, pa da ti ovako kažem da ljudi koji su došli da to provjere, da su se pozitivno iznenadili. Znači da je to sve bila jedna laž. Odvežite tog ovako, Mario Horvat 5491. Odvežite tog psa sa lanca i pustite te jadne kokoši da se slobodno kreću, jadne životinje. Mario Horvat 5491. Šta ti misliš, kakva ti jaja jediš? Misliš da su te kokoši puštene, po polju negdje hodaju, snesu jaje i tebi se donese to jaje. Druže moje, ovo su koke koje moraju biti u kavezima. U svaki onaj boks ide 5 koka. Ko što sam ja stavio, hrane se da bi imali samo proizvodnju jaja. Što se tiče psa, za mog psa ti se nemoj puno sikirat, jer u mene pas, toplo mu je u onom buretu što vi kažete, željezno mi je, puno sjena, slame, tako da mu je toplo i jede što poželi. A ti se pobrini malo ako si već neki što se briniš o psima, dođeš u Zencu, prođeš čaršijom, nakupiš jedno 20 ščenadi pušćeni i lutačina i vodiš i sebi, pa im ti tamo pravi kako ti hoćeš. Znači, u mene se životinje ne pati. Molim vas, nabavite veći prostor za koke. Ona je prostor za koke idealan. Ali svaki dan pita. Postavio pitanje Stefan Ko 1224. Svaki dan pita, crijeva će im se zavezat od tolikog tijesta. Znači, došli smo do Stefan Ko. Ali svaki dan pita, crijeva će im se zavezati od tolikog tijesta. Šta vi kažete? Jel u nas svaki dan pita? Ne, svaki dan. Tako drugi dan, opet smo tako navikli da jedi. A Stefan ne zna. Recimo ja, kao ja, Stefane, brate, ja sam gladan ako danas ne jedim pitu. A ti jedi jaja, tjesteninu i šta voliš. Dušica se totalno ponizila, napisala Zirakulić. Ne znam zašto misliš da je se ponizila. Dušica se ne može poniziti, možeš se samo ti poniziti s ovim komentarom, a Dušica se neće poniziti sigurno. Evo ovdje imamo jedno pitanje koje je sa Pinovo, meni od jedni, najjače pitanje, ono baš je bilo perfektno, Pinovo sam ga. Long Island PR, jel Medinje u ovom videu, to je ona kupovina kad smo išli u shopping. Elmedin je u ovom videu pokazao da nije samo suprug, već pravi ambasador stila i pažnje prema svojim voljenim ženama. On je odlučio unaprijediti shopping, iskustvo za svoje dvije voljene žene.
Umjesto da ih ostavi da same istraže svijet moda, mode, on odlučuje da preuzme inicijativu i odveo ih je na nezaboravnu kupovinu. Znači, njegova pažnja prema detaljima i želja da obje žene zabavi i učini srećnim bili su zaista inspirativni. Izvor inspiracije bio je očigledan, a Elmedin se pobrinio da obe žene dobiju njegovu pažnju i da zajedno biraju modne komade koje će nositi. Njegova strpljivost dok su one prebirale po radnjama i probavale razne kombinacije bila je zaista divna. Vidjelo se da uživa u procesu i da mu nije teško posvijetiti vrijeme kako bi učinio svoje žene srećnima. Osim što je pokazao visok nivo ljubavi i poštovanja prema obje svoje žene, Elmedin je također pokazao izuzetan osjećaj za modu. Njegove sugestije i stilski savjeti bili su uvijek dobro došli, a kupovina je postala prava modna avantura za sve troje. Ovaj video nas podsjeća na to da ljubav može biti kreativna i da mali gestovi pažnje mogu stvoriti nezaboravne trenutke. Ovo je zaista primjer kako ljubav može oplemeniti svakodnevni život. Log Insland PR, ja se zahvaljujem ovim putem, vjeruj mi, u srce si me dirnu, evo, ljudi će slušat baš tvoj komentar, sam ja Pinovu. Brate, hvala ti puno, meni ovo mnogo znači, evo, čule ste i vi šta je čovjek napisao. Hvala mu, svaka čast. Svaka čast za tebe da si mi živ i zdrav 100 godina. Kelima Balić, u zdravlju veselju se nanosale. Sve vam od srca želim najljepši. Hvala puno. Hvala. Nek si im konačno nešto i kupio. Slamina napisala. Jesam ja samo vama sad kupio u ovom shoppingu ili je to uvijek tako? To je često tako. Jel ja kad god odim negdje u grad, recimo sam, jel ja vama donesem neki poklopčić nešto? Jeste. Pazi vaku, Slimina, nije bitno šta ćeš kupiti voljenoj osobi. Ako uzmiš jednu žvaku od 10 fenigi i podariš, bitan je znak pažnje prema voljenoj osobi. Jeste. Po ovom svemu što si ti meni napisala, ti si jedna velika sponzoruša. Onak tebi kupuju tamo BMW-ove, avione, brodove, jahte. Moje žene su zadovoljne sa samo jednom žvaku. I one će mene i za jednu žvaku poljubiti. Kad ja donesem jednu žvaku, jednu i jednu drugu, one mene poljubi i kažu hvala. Kad daži bez žvake. I bez žvake, eto, čuješ ja. Šta imamo dalje, znači... Samo je glavno što bi se bolje živo i zdravo. Radio Srna Bosanka, od početka sam pozitivno komentarisala i sad mi je drago što si kupio auto i to Peugeot. Moj pokojni tata radio u Peugeot u Francuskoj. Kamerman je trebao snimiti kad stižeš kući. Ja da se vidi vaše kako ste vi to, ono, wow, kupio auto, pošto vi niste znali. Radio Srna, hvala ti puno, dirnula si me s ovim komentarom. Francuska, inače, prelijepa, bio sam tamo. Budi mi pozdravljena. Baš mi je drago da vas sreća prati u životu i vašu dječicu. User neki. Hvala, user, i tebe isto, i sve nas, jel? On ne skuji da ovu trenerku sa sebe svaki dan je u njoj. Evako, ljepoto moja, Meliha Ranić. Ti nisi nikad razmislila ovako da sam ja sebi možda kupio 3-4 trenerke iste. Da bi baš ti imala šta komentarsa, da bi ti mislila da sam ja u jednoj. Znači ja imam sad 3 trenerke iste. Fatima ima 3 trenerke iste. Jana isto ima 3 trenerke iste. Tako da baš ovakve čekamo poput tebe da nam ti komentar napišeš. Hvala ti puno na komentarisanju i nastavi da komentarišeš. Vrijedan si, bravo, samo još da napraviš kokošinjac. Braćo mila, u mene svaki drugi komentar za kokošinjac. Ali nadam se da će poslije ovog mog odgovora za kokoš i psa biti svima jasno šta i kako. Pauza. Znači, Enisa nam je napisala. Ima li slobodan čovjek da Fatimu spasi od ovog insana? A on ne kuživa sa Janom. Pa
Pa što ti ovo odgovorit? Od čega će me spast? Ti si fin, ja sam tako sama birala, nisme ti natjerali nešto. Nek sada spasi sebe. Eto je, nisam čula s Fatimu, znači spasi ti sebe, a ja sam Fatimu spasio. Jes. Fatima najbolje zna šta i kako, ne moramo se pravdati tebi. Sad, kako li je ovoj ženi kad on sa Janom radi ono, a ona u drugoj sobi? Frau Ružica, ako dozvoliš mužu da i on dovede drugu, vidit ćeš kako je tebi. Znači, u nas je takav dogovor, mi smo tako odlučili, nemoj da tebe brine kako je njoj. Vjerovatno se puno zanimaš, možda bi me i ti probala. Znaš, ali nije problem, primamo mi i tebe na servisiranje, nikakav problem nije. Idemo dalje. Marijana, bravo Elmedine i Fatima, vi ste za svaku pohvalu. Vidi se razlika u jajima. Marijana, hvala ti puno, Marijana. Hvala, Marijana. Šta smo sad došli? Sve nekako kao pod prisilom. Osmijesi, umjetni, pogledi, tužni. Draga Jana, u šta si spizdila 44 godine, došla iz Njemačke u tu vukojebinu da uništiš život Fatimi i da kuhaš za TikTok po cijeli dan. To nam je napisala Jasna, Jasna. Aj ovako, ovdje ništa nije pod prisilom, niko nije pod prisilom, znači mi smo tako odlučili, još jednom kažem. Pogled tužni, pa ne mogu uvijek biti ni veseli, šta bi vi gledali, moraju nekad biti neke scene, jel? A Jana 44 godine ima i vjeruj mi da je provela bolje, ne znam koliko ti imaš, ali ti neš kroz čitav život proći što je Jana prošla za 44 godine.